В районе станции МЦД изменятся маршруты общественного транспорта. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. С 21 ноября будет изменено 24 маршрута общественного транспорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Изменения коснутся маршрутов номер 179К, 82, 149, 194, 16, 178, 62, 96, 102, 678, Т, 323, 159, 263, 625 и 636. Отмечается, что будут изменены остановки и их количество. Маршрут номер 621 объединят с маршрутом номер 321. В районе Орехово-Борисово автобус номер 291 и номер 299 объединят в маршрут номер 299. Маршруты номер 643, 668 и 831 объединят в один номер 831. Изменения вводятся с целью улучшения транспортной доступности станции московских центральных диаметров. С подробной информацией об изменении маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!